Я действительно тебя включил? Да. И я вижу шоссе Раста. Давайте попробуем его догнать. А, черт, а еще я чувствую дождик. Погоды нынче стоят красивые, но холодные. И с дождем. И дожди обещают до конца мая. Что несколько вгоняет депрессию. Так, ну это какой-то скучный шоссе Раст. Едет потихонечку. Огоньками мигает. Сзади меня какой-то хуй нервничает. На бэхе. Ну вы поняли, да? Бэха. По-моему, это плотно одетая девушка. Или нет? Сигналы подаешь, нифига себе. Камазику тоже тяжело. И мне тяжело. А передачки для словаков. Да. Кажется, этот камазик везет говно, которое высыпят на ближайший газон. И заставят Татьяну еще и Варламова негодовать. Так. Девушка, тебя там камазик не задавил? Или ты не девушка? Нифига непонятно. Камазик, ой-ой-ой. Камазик, ты сейчас насыпешь на дорогу своего говна. Я не насыпал. Блядь, я не перестроился. Ха-ха-ха. Что это за полоса автобусная? Ну все, я по ней поехал. А, мой любимый тоннель. У меня один раз прям в середине соскочила цепь. Это было очень весело. Перестраиваться. Да-да-да-да-да. Так, вон то мой пациент впереди, да? Так. Киа, хрен ли ты ни хрена не едешь? А, там девушка в телефон тупит, так, а? Бывает. Вот все, приехали. Ох, какая громкая у тебя трещотка, а? Ой, нет, это не девушка. Это молодой человек. Да.
Хулиган, смотри, на красный едет. Так долго ехать будем, слушай. Куда б мне от тебя смыться? А, может, направо на набережную? Ах. Купил шоссейник и не едет. Ну что такое? Все, приехал. Куда мне, налево или направо? Направо я уже был, извините. Налево? Сейчас вы там рассосетесь. Вот все, можно налево. Дым по земле стелится возле труб. Забавно, первый раз тут такое вижу. Стоп, или там что-то сгорело нахуй? Набережная, она, конечно. Ой, слушайте, да нет, горит что-то. Набережная, она, конечно, хороша, но гоняться тут особо не за кем. Свалю-ка я на бугор. А вось там ветра нет.
Да, сюда не завезли. Подъемчик, однако. Яндексовский беспилотник проехал только что мне навстречу. Ну, тут катается у них офис недалеко. Ну как беспилотник? Когда-нибудь он будет беспилотником? Сейчас не особенно. Здравствуйте. Давай, обгоняй меня уже, алло. Блин, вот задолбал. Да, он влево. Только направо. Глупые какие-то правила тут. Я с ним не согласен.
Так, что стоим, кого ждем? Я даже не знаю. Ребят, ну хотите стоять, стойте. Кстати, вечно членовозы с мигалками проезжают. Министерство обороны, насколько я понял. Или что там, генштаб, я уже не помню. Такое солнышко. Интересно, сколько я все пересветил. Надо поглядеть. Где-то можешь заехать, а? Ё-моё, здесь можно. Ой, какая романтика. Так, ну посмотрел я запись и решил, что пересветил я как раз для достижения артистического эффекта. Я как солнышко спряталось, а можно ехать дальше. Только на этой велодорожке что-то не особо много спортсменов, по крайней мере сегодня. Я встретил только одного циклокроссера, который, ну, нифига не ехал. Ну, ладно, покатаемся среди гуляющих людей. Почему бы и нет? Кстати, я очень любил бегать на противоположном берегу, где обычно вся тусовка. Ну, знаете, до апокалипсиса люди по пятницам собирались, слушали музыку, дурковали, пили, вот, отдыхали. И на правом берегу, где набережная парка Горького, они собирались в совсем больших количествах, и я по вечерам там любил бегать. И уже такой весь усталый. Весь пластилиновый, мнешься из стороны в сторону, а тебе еще надо обижать всяких хачей, которые пытаются скинуть своих подружек в Москву-реку, всяких скейтеров, которые выписывают вот эти вот синусоиды. И это было отдельным спортом, помимо того, что я бегал. Мне нравилось. Заряжало таким позитивом, праздником. Главное не забывать, где у меня тормоза.
Ух ты! Какой-то мотоциклист, которого почти не было слышно. Ну что, двигатель заглох. Причем это был этот, какого? Господи, блин. Ну, на котором посадка, как в Woman Spreading. Короче, ну он должен пердеть по всем земным законам. А он не пердит. Возможно, мотоциклист по какой-то причине гетеросексуален и не поставил себе прямотоки. Черт, это вымирающий вид. Надо было догнать и руку пожать. Мотоциклисты, они все равно это правило соблюдают. На светофорах останавливаются. Догнать вообще не составляет труда. Так. Ух ты, Segway. Они еще живы. Ой, какие велосипеды красивые. Но уверен, что хозяева нифига не едут. Так. Окей. Так, ну все, пора съезжать на дорожку. Дальше тротуар совсем не ездабельный. Как ни крути, объебешься пешехода. Что-то мне не нравится. Остановлюсь-ка я проверить кое-что. Да не, все нормально. У меня просто два раза подряд заднее колесо спустило. Я, наверное, просто разогнался и чувствовал все неровности асфальта. О, две камеры подряд заменил. Что за напасть? Возможно, просто не вытащил колючку первый раз. Внезапное добро пожаловать в Россию. Проезжайте, нахер, поезжайте. О, кстати, мы приехали в Восторженку. Давайте полюбуемся на унылые дома. Самые дорогие в России. Прикол в том, что внутри, то есть на улице, это очень мертвый квартал, из ничего не примечательного. Если тебе не сказать, что, ну да, архитектура так получше, новостроек много с хорошей архитектурой, но если тебе не сказать, что это дорогой район, ты толком и не поймешь, что здесь такого. А это самый дорогой район. Кстати, забавный факт. Когда приходит кризис, все вот эти инвестиционные халупы дешевеют гораздо резвее, чем жилье эконом-класса.
Это не мне сказали, это я сам статистику собирал. Так. Нет, этот молодой человек нам не интересен. Так, меня никто не задавит, я не вижу нифига. Зеленый он зеленый, но светофоры это так. Вот, а все потому, что богатые люди, они заезжают в свой подземный гараж, и все, у них жизнь на этом заканчивается. Дальше они только в своей 15-комнатной квартире развлекаются. Снаружи ничего нету. Только такие же халупы. На улицах никто не гуляет. Да и скучно там. Вот. По-моему, это печально. Но им, наверное, норм. Ну и хер на них. Что ли страву включить? Ой, да ну и. Так, что там менты? Кого-то поймали? Поймали, тормознули. Где моя последняя передача? Эй. Чё-то я еду сегодня как старая бабка. Тепло оделся, наверное. Ножки.
стоим, кого ждем. Скучно как-то. А что будет, если сделать вот так? Берег. Ну все, поехали до Петровки. Поехали. Офигенно я настроил задний переключатель, вниз вообще не идет. Давайте я сделаю. Да, прям вот так и сделаю. А почему бы и нет? Блин, а то этот перекресток меня реально задолбал. Теперь буду знать, что так можно делать. Вот она, Петровка 38. Это было модное место прошлым летом. Здесь Голунова отвоевывали. Воевали таки, а вы не верили. Вот так вот, да, бывает. Так, что дальше? Можете на Бон за булками заехать? А почему бы и нет? Давайте попробуем. Ну так, смеха ради. Это вообще возможно в наше непростое время? Или нет?
Кажется, дождь собирается. Ай, прямо надо мной. Да, ребят, вы знаете, ну их к черту, давайте в другой раз. Ну, вот конкретно сегодня у меня нет настроения мокнуть. Я уже достаточно промок, когда снимал авиашоу на Тверской. Там приходилось под дождем стоять минут 40 и ждать, пока эти чертовы самолеты полетят. А когда они полетят, не знали даже корреспонденты федеральных каналов.